Дополнительная компенсация в 4 балла оставляет Накамуру. Ну а сейчас четырехкратные олимпийские чемпионы Швейцарии Симон Аман, один из самых опытных, 39-летний, правда, конечно, на фоне легендарного Нариаки Касаи, японца, можно Симона Амана назвать вполне зрелым и даже молодым человеком, но мы уже привыкли к участию Симона Амана, участнику 6 Олимпийских игр, практически его присутствию на всех кубковых состязаниях. 6-й, вполне неплохой результат, пока показывает знаменитый швейцарец. Ну, а Накамура, вот я пропустил, но исправляюсь и подсказываю, что у Накамуры скромный 19-й результат.